Главное предложение только сегодняшнего дня. То самое изделие, которое никогда не выйдет из моды и, конечно, уже давно вписало себя в историю этой самой моды. Это, конечно же, джинсы. Одна из самых износостойких материалов. Мог бы себе представить автор этого материала в свое время, что он сделает действительно прорыв и культ в этом мире? Конечно же, нет. Практически в топ-пятерку лучших у нас с вами трендов входят джинсы, но не все джинсы подходят каждой красавице. В основном многие дамы сталкиваются с такой проблемой. Не села в зоне бедра, не села в колени, не садится в талии, либо расползается молния. Сегодня у нас с вами джинсы представлены по достаточно демократичной цене на общем торговом оценочном рынке и, конечно же, представлены с особой адаптированной конструкцией под дам с более пышными формами. Поэтому мы сегодня выберем джинсы, у которых 95% хлопка, 5% лайкры в составе, а это значит, что эти джинсы будут сидеть более идеально, комфортно и, самое главное, за счет средней плотности материала такие джинсы можно будет носить круглый год. Темно-синий оттенок вы видите сейчас на подиуме, с комплектом Урсула его сочетает на себе Оля. Оля выбирает 52 размер джинсов. Размер самой модели 52-54, поэтому она своим именно примером доказывает, что джинсы размер в размер могут хорошо сидеть, даже если ты поправишься за счет резинки и дополнительной кулиски. Нежно-голубой оттенок, кстати, напомню, в этом сезоне очень популярный именно выстиранный деним, то есть максимальное удаление краски, то есть вот такой внешний вид. Следующий цвет более темный, такой синий цвет, который вы как раз-таки видите на экране на нашей очаровательной Ольге. Вот такой оттенок серого цвета, кстати, чем-то схож с оттенком джинсов, в которых сегодня пришел я, тоже выстиранный деним. И завершает классический черный цвет, но опять же за счет именно модной тенденции черный тоже имеет более графитовую основу, нежели прямо очень густой черный оттенок. Джинсы выполнены у нас с вами от 50-го до 62-го размера. Дамы 46-48 при желании могут присоединиться и выбрать эти джинсы тоже для себя. Почему? Потому что здесь одна из самых популярных конструкций, которая залетела в топ, скажу современным языком, еще в 2020 году. Эта конструкция называется «Mom's Fit», что с английского означает такой лексикон «мамочка». Его как раз ввели в моду афроамериканки. Они как раз обладательницы тонких талий, очень пышных, сочных булочек, поэтому данные джинсы были подстроены именно под них. Данная модель настолько понравилась всему миру и, конечно же, стала одной из самых удачных. То есть из 5 красавиц 3, как минимум, действительно в них погружаются и понимают, что они сидят как положено. Данные джинсы еще более доведены до идеала за счет того, что вместо вточного пояса поставлена резинка и кулиска. Ну а приятным бонусом станет брелок, который идет в подарок. Елена Ивановская, Ульяновск, у нас с вами оставила свой комментарий в группе в Одноклассниках. Заказала уже 2 пары джинсов на телеканале. Очень нравится качество и как сели. Полностью с вами, Елена, согласен, потому что джинсы имеют действительно те самые 3 кита, на которых они стоят, за счет чего посадка просто идеальна. Это, во-первых, правильный состав. 95% хлопка поделено на 5% лайкры. Эти 5% очень играют большую роль. Они позволяют дениму быть пластичным, что позволяет ему лучше садиться. Если поправились, похудели, джинсы как будто это чувствует и видоизменяется, и подсаживается под вас. То есть не нужно их надевать, как в советское время. Даже были рекламные ролики через вазелин на мокрые застирывали или мокрыми надевали джинсы, или опрокидывались в позу свечки и пытались их натянуть на себя. Или наоборот, приходя домой, пытались их стянуть с себя, как шкуру. Нет, сегодня такого не нужно делать. Очень легко в такие джинсы погружаться. Кстати, далеко ходить не надо. Оля пришла в подобные модели, только с небольшими изменениями в деталях. Та же резинка, та же кулиска, даже тот цвет. Я, кстати, перед эфиром почему-то подумал, что Оля уже в них. Она сказала, нет, я в своих. Вот вам, пожалуйста, на экранах красивая девушка. В принципе, лицо и отражение наших телезрителей и еще являющийся тоже постоянным покупателем телеканала Shop & Show. Поэтому вот вам, пожалуйста, потребитель, как говорится, рядом с вами. Давайте еще раз пройдемся по цветам. Голубой оттенок такой, знаете, небесный. Также есть классический темно-синий, вариант серого и черного цвета. То есть вы сегодня можете выбрать один из любимых оттенков синего и один из любимых оттенков серого или черного. Кстати, данные оттенки джинсов также напоминают и мой личный гардероб. У меня как раз-таки тоже есть светло-голубые джинсы, есть более темные, есть светло-серые, в которых я сегодня в стиле карго, и есть прям вот такой же оттенок, только просто широкие джинсы –
Вы, кстати, меня в них тоже в прямом эфире однажды видели. Поэтому могу сказать, что это действительно очень удобно и комфортно. Кстати, состав моих джинсов тоже совпадает с тем же составом. Вот они, пожалуйста. Несмотря на свою свободу, они тоже на стрейче. Это обеспечивает комфорт. Я терпеть не могу 100% деним, когда он такой жесткий. В них ходишь, как будто у тебя на ногах какие-то пластиковые трубки. То есть некомфортно. Я люблю мягкий деним. Здесь мы с вами как раз-таки этот деним и выбираем. Почему именно джинсы стали одной из самых таких, знаете, главных деталей в моде? Да потому что они универсальны. Вот у джинсов есть определенный секрет, который даже я не могу разгадать. Вот классический синий цвет, да, вот чаще всего изначально джинсы появлялись именно вот в таком тоне, да, средней темноты синего цвета. Это вот в 90-е еще была мода на темно-синие джинсы, которые немножко пачкались после стирки. Но в любом случае... Вот уникальный синий цвет. Вроде не каждому изделию склеишь, а вот нет. Деним, он подходит коже, бархату, замше, золотой фактуре, блестящий, не блестящий, матовый, однотонный, телесный, прозрачный, гипюровый. То есть можно перечислять любую фактуру ткани, деним с ней дружит. Деним очень хорош, как на ковровой дорожке. Деним шикарно смотрится, когда он имеет какие-то дефекты на поверхности. Это, кстати, его усиливает модность. То есть с каждым годом, когда джинсы становятся более взрослее по сроку носки, они, наоборот, от этого становятся шикарнее. Они немного потираются. Появляется больше светлых палей. Они от этого смотрятся моднее, гранжевее и стильнее. Поэтому выбирайте для себя 1999 рублей. Теперь немножко пробежимся по калькулятору. В среднем в магазинах и в торговых центрах в магазинах джинсы стоят 4500 рублей. Средний сегмент, например, таких недорогих магазинов, то джинсы будут стартовать также около 2500–3000 рублей. Сегодня за 1999 рублей мы выбираем джинсы, самое главное, до 60-го размера, 62-го даже размера. А это значит, что мы с вами выделяемся из общей толпы. Это главное предложение дня – 1999 рублей.